Сегодня произвела реконструкцию перформанса Лиозна 68 года для проекта «Дуит», который должен был быть в гараже и должен был быть про то, что деньги – это наша еда или еда – наши деньги. В результате подготовки не получалось ничего. Даже гараж отказался проводить перформанс. Но перформанс, тем не менее, состоялся. Оказалось, чтобы деньги ассоциировались с едой, они должны были быть в миске. Миска с деньгами нашлась у меня на полке дома. А дальше, как и положено по перформансу Лиозна, я предлагала деньги встретившимся мне знаменитостям, которые совпадают с моими друзьями и родственниками. Первой мне встретилась мама, и она, как и один из персонажей перформанса Лиозна, взяла и отняла у меня баночку, в которой лежали деньги. Так что дальше я деньги носила в платке. Потом повстречалась Лада Шаповалова, пришедшая специально на перформанс, но в гараж ее не пустили. Лада взяла небольшую горстку, очень вежливо, и спросила вообще, можно ли брать. Ладина подруга Наташа из фэшн-бизнеса взяла одну монетку, и Ладин сын взял еще немножко. Леди! Леди, как тебе не стыдно? Таким образом, я посчитала перформанс состоявшимся, но потом мы встретили еще архитектора Алексея Козая, которому я тоже предложила взять денег. Он ужасно удивился и взял 20 рублей на газету. Я ему всучила еще 10 рублей, он сказал, что это уже на журнал «Огонек». Сопровождавшая его девушка нашла среди денег сережку и взяла ее себе. На этом перформанс успешно завершился. Кто-то из участников спросил, на что надо тратить деньги. Я сказала, что у Лиозна написано, что деньги надо тратить на искусство или на проезд. На что в результате они потратили деньги, я не знаю, но перформанс считаю состоявшимся. Большое спасибо гаражу за приглашение участвовать в проекте «Дуит».